Гостеприимство, яркие национальные костюмы и вкусное угощение. На прошлой неделе дворик культурного центра «Фестивальный» радушно принимал гродненцев на праздновании Дня украинской культуры. На протяжении всего дня в культурном центре «Фестивальный» можно посмотреть шедевры украинского кино, мастер-класс по коралям – это традиционные украинские украшения из рябины, калины. Изначально они вот в таком вот виде предполагались. Сегодня каждый желающий мог изготовить здесь у нас в фестивальном центре. Ну и, конечно же, небольшая экспозиция народных костюмов, а также атрибутов и текстиля здесь расположилась у нас в самом культурном центре фестивальный. День украинской культуры, конечно же, не обошелся без песен. Ведь, как известно, украинцы – народ творческий. Атмосферу этой колоритной национальности передавали солисты нашего города и ансамбль украинской песни «Барвинок». Подготовили мы вообще весь День украинской культуры совместно с Гродненским просветительским объединением «Барвинок». Это, собственно, диаспора украинцев здесь у нас в Гродно. Сегодня они у нас еще и в концертной программе выступают в качестве ансамбля украинской песни. На мастер-классах гродненцы учились творить вместе с мастерицами Центра ремесел наследия. Кстати, одна из мастериц, Елена Кондратова, родом из Украины. И сегодня Центр ремесел наследия представляет мастер-класс по изготовлению текстильного яблочка, которое можно использовать как на подарочек, но как и в интерьер для своей семьи, ну и подарить кому-нибудь, и просто для души. Вот, сам мастер-класс будет несложный. Символ яблока используется в качестве оберега у многих народов. В украинской же культуре яблоко обозначает любовь, радость и роскошь. Поскольку яблочко само по себе символизирует именно у разных народов, у культур, волшебные свойства приобретает это яблоко. И поскольку недавно был яблочный спас, то сегодня мы тоже будем делать это яблоко, которое именно обладает целебными свойствами. Можно будет загадать желание, можно будет научиться делать и научить других. Сало, вареники, малосольные огурчики и пирог. Приятным завершением праздника был щедро накрытый стол с национальными блюдами. Такое завершение дня понравилось всем гродненцам.